Kitchen, a delicious comedy. This is the story about a young cook who came to conquer Moscow. He dreamed of working in the most famous Moscow restaurant, Claude Monet. And here he is. All he needs is to impress the chef. Извините, а вы не шеф? Нет. А тебе зачем? Шеф. Шеф! Тихо. Вас хозяин зовет. Хозяин? Ну что, в рабовладельческом строе живет? У него что, имени нет, а? Холоп. Никогда не использую этот отвратительный коньяк. Уже готово. Мясо отбивай. Розмарин. 3 минуты до готовности. Проследи. Саша. But you should try hard to please him. Дерьмо. 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 Though somebody succeeded somehow. Груз принял. That's bartender Kosia. Despite his attractive look, he constantly has problems with girls. Чудесный выбор. Прекрасное шампанское для прекрасной дам. Мы тут с подругой собираемся ко мне. Может быть, составишь компанию? That's sous-chef, chef's right hand. This is Senya, a great expert on the vegetables. This is Fedya. These people will never let you relax. That's waiter Nasya. She is vegetarian and sometimes has a tough time. Нежнейшая каре 6-месячного ягненка, который, наверное, сосал молоко матери в тот момент, когда его убили и зажарили. Приятного аппетита! And this is Victoria, director of the restaurant. Relationship with Max, complicated. You don't understand. You don't understand. Oh, it feels to love a girl someday. You wish you were a better man. In order to stay in Claude Monet, he needs just one chance, and he'll get it. Хорошо. Я дам тебе шанс. Сеня? Я здесь. Элеонора Андреевна уже здесь? Да, шеф только что ее видел. Вот если ты сможешь угодить Элеоноре Андреевне, я поверю, что ты умеешь готовить. Сеня, все девочки, надо порвать этих конкурентов. Айнура, сотейник. Она, шеф. Луи, 200 сливочного. Вы, шеф. Мерси, месье. Лёва, кролика и трюфели. Федя, кольцами. Сеня, соломкой. Как всегда. Отошел, огузок. Папочка готовить будет. Шеф, десерт для Элеоноры Андреевны готов.
Элеонора Андреевна? Элеонора Андреевна! Элеонора Андреевна! Прошу. Смотри-ка, не жрет. He was ready to face anything, but the kitchen's hot degree. Извините. Я беременна от тебя. Ну что, Гузок, принимаем тебя на нашу кухню, на колено. Отныне и во веки веков, во имя духовки и противи меня, во имя сковородки и половника. Max has a lot to overcome on the way to his dream. He should prove he is worth it. И что, шеф, меня даже не накажете? А этого тебе было мало? Ты вообще первый человек, который прошел этот обряд. Вообще прикольно получилось, да? Kitchen, a delicious comedy.